Прохор. Здравствуйте. Здравствуйте. Если можно, Прохор, мы просто начнем со слов соболезнования. Спасибо. Держитесь, пожалуйста. Вам слово. В первую очередь, конечно, Сергей Леонидович был мне именно отцом, а уже после был радиоведущим и телеведущим и так далее. Все равно не знаю даже, что сказать, потому что сейчас очень трудное время. Все мы переживаем, все близкие отца. И должен сказать, что просто я узнал как своего отца, который меня по-своему воспитывал, за что я ему безумно благодарен, который меня всегда учил многим вещам, учил меня жизни, учил меня как и вождению, так и всем вещам, которые я умею делать сейчас. Учил меня упорству во всем абсолютно. И, конечно, это мне во многом помогает в своем развитии, в учебе, и дальше будет помогать. Он мне дал огромный фундамент, который мне послужит и прослужит всю мою жизнь. Спасибо. Прохор, а можно я еще скажу? Он безумно вами гордился, да. И на летучках он часто упоминал: посмотрите, какой у меня сын, про то, что вы знаете язык очень хорошо. Какой? Арабский? Присылал нам в чат, да, хочу похвастаться сыном, присылал ваши переводы. И вообще мы ориентировались в названиях арабских городов странных, где да. ставить ударение именно на ваши рекомендации. Я имею в виду, новостники ориентировались. И он говорил: слушать, как сказал Прохор. Очень часто о вас да. говорил, очень часто с восхищением. Я знаю, мне сам отец, он никогда не говорил какие-то слова восхищения и подобного, потому что знал, то, что меня это может как-то неправильно подействовать. Это свойственно вот. Родителям, к сожалению. Да, да, да. Свойственно, конечно. Вот. Но недавно совсем он первый раз мне сказал то, что он мной гордится. И это было для меня большим подарком. Я, если позволите, Прохор, просто от себя добавлю. В последний раз, когда я видел Сергея, я так понимаю, это было как раз 6 мая, здесь, в редакции, он, как всегда, с телефоном в руке расхаживал по своему кабинету из угла в угол. И кому он что рассказывал? Ну, в том смысле, что я не знаю кому, но рассказывал он про вас. Про то, какими блестящими знаниями вы обладаете, и... Что он делал, я не знаю, но почему-то этот рассказ был посвящен именно вам, и это вот то, как я в последний раз видел Сергея, и таким его, собственно, и запомнил. Мы с вами, Прохор. Мы с вами. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо большое. Это был Прохор Доренко, сын Сергея Доренко, который переживает так же, как и мы, все произошедшее. Ну, тут сложно что-то еще дополнительно добавить. А, сейчас да. у нас вопрос...